Ну, наконец-то мы встретимся. Я так ждала этой встречи. Он опаздывает. Они звонили мне уже 2 часа. Может быть, с ним что-то случилось. Вот так легко же. Он такой милый, подачный мальчик. Очень воспитанный. Привет, радость моя. Я немного опаздываю. Мне жаль, что буквы эти не могут передать все те чувства, которые я испытываю к тебе. Целую. Скоро будет. Ах, какой романтичный. Ой, нужно привести себя в порядок. Он будет с минуты на минуту. Даже не верится, что я познакомлюсь с человеком 2 секунды. Наша первая встреча будет началом большой и чистой любви. Как же я услышу тебя? Привет, малыш. Че, как дела? Поехали ко мне на хату.